Итак, молодые и перспективные, приветствую вас на своем канале. Сегодня будет крутой, офигенно бомбический видос на тему с виткоин. Расскажу, как выводить, что вообще происходит с виткоином, как получить цветы. Короче, все буду рассказывать в этом видосе, поэтому если ты давно искал информацию на эту тему и никак не мог найти нормальный, конкретный, четненький видос, пожалуйста, держи видос, смотри, надеюсь, информация, которую ты получишь в этом видосе, будет для тебя полезная. Поэтому, ребят, присаживайтесь поудобней. Мы полетели. Итак, драконы, что я могу сказать? Проект Sweetcoin 2 крутых видоса на тему Sweetcoin у меня есть уже на канале. Если ты их еще не видел, конечно же, посмотри в описании. Там я детально рассказывал о проекте Sweetcoin. Там я детально рассказывал о приложении Sweetcoin, поэтому залетай, посмотри. Там все прочекал, всю информацию посмотрел, сюда вернулся и продолжаешь дальше смотреть. Ну что, давайте будем пытаться разваливать этот Sweetcoin. Честно скажу, я огорчен. Честно, вот прям я ожидал, что будет все четненько, будет все офигенски, бомбаракетно. Но, к сожалению, произошла неприятная ситуация по поводу Sweetcoin. Вы знаете, я говорил о этом проекте реально дофига положительного. Я не говорил ничего негативного. Я всем говорил, что это реально крутой проект. Залетайте, пробуйте туда-сюда. В целом, короче, проект до сих пор остается крутым. Бесспорно. Все четненько, все классно. Но есть маленькие коррективы. Последние буквально 2 дня YouTube просто разрывается от запроса, как вывести Sweetcoin. Как пополнить Sweetcoin, как продать Sweetcoin, сколько стоит Sweetcoin. Короче, все на тему Sweetcoin. Я думаю, ребят, я немножечко в этой теме разбираюсь. И, конечно же, я поделюсь с вами этой информацией. Приложение Sweetcoin. Вот мой аккаунт. Вот все мои Sweetcoin. За все время использования этого приложения мне удалось собрать 3559 Sweetcoin. Вот, и не могу сказать, что это прям много, не могу сказать, что это мало, это прям среднячок. И, к сожалению, это число ничего не решает, вообще ничего не решает, и я вам, конечно же, немножечко дальше в этом расскажу. Поэтому досмотри ролик до конца и не перематывай. Что здесь поменялось? Раньше, чтобы получить вот эти свиткоины за просмотр рекламы, нам нужно было пройти какое-то определенное количество шагов. К примеру, там 100 шагов, потом 1000 шагов. А сейчас тебе достаточно просто посмотреть первую рекламу. После просмотра первой рекламы у тебя открывается возможность смотреть вторую рекламу и потом, понятное дело, третью. И за каждый просмотр рекламы ты получаешь определенные свиткоины. Вот за сегодня я получил 2 свиткоина за первую рекламу, за вторую 0.8 и за третью 0.8. Ну, по поводу реферальных ссылок, я вам, конечно же, покажу, сколько у меня реферальных ссылок. В целом, через меня зарегистрировалось 490 человек. 490 таких вот заряженных парней, которые хотели ворваться в свит и поднять бабла. И в целом, чтобы мне получить банальных $100, мне нужно еще пригласить 510 человек. Это просто нереально. Я даже не хочу на это акцентировать внимание. И даже не буду оставлять вам ссылочку на регистрацию. Как бы просто в одних открывается возможность получить $100 там за 100 или 200 рефералов. А у меня как-то так получилось, что мне надо фигачить 1000 рефералов, только тогда я получу $100. Это того не стоит, ребят, реально. И не акцентируйте на этом свое внимание. То есть это просто лишняя трата своего времени. В приложении по факту ничего такого больше не изменилось. Добавилось, вот как вы видите, желтое окошечко, где нам рассказывают, что ты можешь скачать Sweet Wallet. И только тогда твои свиткоины превратятся в Sweet. То есть это название монетки. Приравнивается это все один к одному. То есть, если у тебя здесь было, там вот, как у меня, 3559 свиткоинов, они автоматически переводятся один к одному. То есть, ты получаешь, по факту, столько же и свитов. Еще раз скажу, что кто не знает, как пользоваться приложением, как это все работает, ссылочка на видос в описании, перейди, посмотри. Так, с этим все понятно. Смотрите дальше. После того, как мы уже скачали с вами Sweet Wallet, мы залетаем сюда и смотрим, что у нас здесь есть. А у нас здесь все очень просто, все максимально офигенно. Смотрите, чтобы сейчас получить вам один свит, вам нужно пройти уже не 1000 шагов, как было до этого, а 1012. И как сказали создатели этого проекта, что с каждым там месяцем, с каждой неделей
будет все больше и больше шагов нужно будет пройти для того, чтобы получить свит. Вот такая вот ситуация. Говорят, что там через год это будет там пройти 2000 шагов, чтобы получить один свиткоин. Короче, в целом, типа, идея, задумка крутая, все четненько, но мы все хотели заработать. И я в этом приложении был около 3 или 4 месяцев, если не больше, но не суть. И в итоге, как бы я думал, сейчас выйдет свит, и мы просто поднимем бабла так конкретно, просто буду так разбрасываться. Но не тут-то было. Расскажу все очень просто. Здесь был таймер, который указывал, что там скоро выйдет монетка. И там было написано прям конкретное количество часов. И вот, написано было там сначала там день, потом там 20 часов, 15 часов. Дело дошло до 2 часов. Я такой, о, через 2 часа выйдет эта монетка уже на биржу. И там уже можно будет ее продать. Я был в ожидании, я думал, все, сейчас реально, вот прям тот момент, когда все, что я тратил свое время в это приложение, можно вернуть в эквиваленте финансов. И я смотрю, 2 часа, такой радостный, все, сейчас через 2 часа выходит монетка, а тут раз, перезахожу, уже показывает 5 часов. Я думаю, что, мать его, происходит? Подписчик мне пишет через полчаса, Димон, у меня сейчас 7 часов. Я обратно захожу в приложение, и там у меня тоже 7 часов до листинга монеты. Я думаю, что, мать его, происходит? Что это такое? Почему время начало отдаляться? И в итоге, как оказалось, монетка вышла через 2 часа на биржу Bybit. И люди уже начали торги. То есть уже кто-то покупал, кто-то продавал. Ну то есть там прям конкретно все началась рубка. Торговали люди, которые покупали на маркетплейсе. То есть эту монетку свит можно было купить на маркетплейсе. И дальше эту монетку уже там по факту продавать. Там, ну как бы все понятно, все логично. И я знал, что можно купить эту монетку. И я специально не покупал, потому что думаю, зачем мне покупать, если у меня там 3000 на балансе есть. Зачем мне еще покупать монетку? Я просто продам то, что у меня есть. А в итоге, возможность купить-продать открылась для людей, которые там купляли на маркетплейсе, или же просто аккаунты, которые там создались на Bybit. И просто обычные люди могут сразу же купить и там сразу же продать. То есть вывести из свит валет возможности не дали вообще. То есть я просто смотрел, как другие рубают бабки, да. На маркетплейсе стартовая цена этой монетки была 0.007. Это стартовая цена. Можно было купить за эту сумму свит. И продать, прям если брать вышку-вышку, это, если не ошибаюсь, было 0.10. То есть, ну, ни хера себе иксы, да, ребят? Ну, то есть, типа, можно было поднять нормально 10 иксов и не париться. И я так уже так просто подсчитывал, если бы я вложил просто $100 в свит до момента выхода на биржу, я бы получил там что-то около $1400. Из $100 поднять 1400, ну, даже пускай 1000, это дофига. И я думаю, это реально прям, ну, типа, было бы круто. Но не с моим-то везением, ребят. Как бы, я узнал об этом, во-первых, поздновато, а во-вторых, я все-таки, ну прям, у меня была надежда на то, что я продам свои. То есть, типа, те, которые я заработал в приложении, я их продам, и все, и будет все четненько, будет все круто. Но не тут-то было. То есть, приложение не дает возможности вывести. Как вы видите сейчас на своих экранах, здесь есть трансфер. То есть можно перебрасывать кому-то эти свиты. Добавить нельзя сюда, как вы видите. То есть оно нам говорит, типа, coming soon. Вернитесь попозже немножечко. Дальше можно нажать на grow, это стейкинг. То есть ты по факту ложишь свои монеточки на стейкинг. Ты не имеешь права их выводить, и они будут там определенное время заморожены. Ты ставишь или 3 месяца, или полгода, или год. И ты этими монетками пользоваться не сможешь. Кто-то ставит стейкинг, кто-то нет. Я решил не ставить, потому что мне это не нужно. Я не хочу там еще год просто сидеть и втыкать. Оно мне не интересно. На самом деле, я просто думал, это будет быстрый проект. Туда-сюда, влетел, вылетел и все, и не паришься. Но в итоге оно это все дело затянулось. И дальше видим exchange. То есть вот этот как раз пункт, который нам нужен. То есть по факту обмен, вывод и тому подобное. Но, к сожалению, этот пункт закрыт. И он был закрыт с самого начала листинга монеты. И когда уже прошло 7 часов, которые показывало приложение, все, что добавилось, это просто вот начало функционировать это приложение полноценно.
И я понял, что это все была просто хорошая маркетинговая уловка, чтобы все начали скачивать, пользоваться, взяли вообще прям жесткую шумиху по поводу этого свиткоина. И все начали обсуждать этот проект прям на уровне Степана. Реально, все там, у меня знакомый Димон, расскажи вообще, что делать дальше, куда его продавать, там, я хочу этот свиткоин получить, как его получить, что мне нужно сделать. Короче, было очень дофигища заинтересованных людей, а к сожалению, когда пришло время уже по факту к финишу, это все облажалось, и все люди офигели, потому что реально, ну как, я считаю, это все нечестно, и как бы люди в приложении сидели очень много и зарабатывали эти свиты, а в целом их просто бортанули, и ты не можешь с ними на данный момент ничего сделать, только кинуть в стейкинг. Понятное дело, что глупо было бы, если сразу дали бы возможность продавать эти свиты, и все школьники, все просто пацаны-инвесторы попродавали бы свои свиты, и монета бы просто бы соскамилась, упала бы вниз. Это логично, да, я это понимаю, но сейчас ты ничего не можешь с этими свитами сделать. Возможно, через месяц, через два они дадут какую-то возможность, и только пользоваться 10, мать его, процентов. У меня как бы была вообще такая тактика, типа 50% продать, 50% оставить. Но после этого проекта, ну после того, что они сделали вот именно таким образом, после этой по факту неловкой ситуации, я честно задумываюсь о том, что это, ну типа, стоит ли вообще рассматривать этот проект как годный проект. Мне кажется, это реально просто крутой маркетинговый ход, и все начали прям четненько набирать шумиху, как я уже и сказал. Но в целом будем смотреть, что будет дальше. На данный момент ничего не понятно, ничего не ясно. Все в ожидании. У меня многие спрашивают, Димон, что делать. И на самом деле я решил вот снять видос для того, чтобы ответить всем на этот вопрос. Я жду. Я не знаю. Я просто жду. Я не ставлю ни в какой стейкинг, ничего. Сейчас монета ведет себя очень странно. Она дошла до пика 0.10, потом упала на 0.04, если не ошибаюсь, потом обратно поднялась выше, опять упала. То есть монетка более-менее показывает, что она живая, что она не просто идет вниз, да, она как-то движется, график идет, значит, что-то с ней происходит. И пока нет какой-то прям конкретной информации, что это происходит, как оно будет дальше. Все в ожидании, все ждут, и я вам советую тоже ждать. Все, то есть мы по факту ничего не инвестировали, только немножечко своего времени. И то, типа, я включал приложение, там в карман положил и все, и забыл за него. То есть я не акцентировал на это внимание. Если вкратце рассказать еще о приложении, немножечко подлагивает приложение, у меня неправильно считались шаги, неправильно как-то оно там все конвертировало эти шаги. То есть было написано 1000 шагов, это один свит. В итоге я ходил по 10 тысяч шагов. И мне насчитывало 2-3 свита. То есть, если вначале это работало нормально, бесперебойно, потом начались проблемы, я думаю, все понятно, короче. И я как-то на это немножечко уже подзабил и не акцентировал большое внимание. То есть, там, 2 засчитало, хорошо, 2. То есть, я уже не считал, не вел никакой там график, потому что вначале еще пытался как-то это все дело контролировать, а потом уже подзабил немножечко. И, конечно же, хочу вам дать, ребят, совет. Не надо акцентировать на этом проекте большое свое внимание. Старайтесь смотреть еще другие проекты. Есть реально дофигища нормальных проектов, которые дадут хорошие плюсы, хорошие иксы в ближайшее время. Спасибо за просмотр. Если вам видос был полезен, поставьте лайкос, не поленитесь, напишите комментарий. На все комментарии отвечаю. Вот прям напишешь комментарий, ты получишь от меня ответ. Подпишись на канал, нажми в колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. С вами был Дикий Дракон Дмитрий Чаплинский. Всем спасибо и всем пока.